Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Детол, и мы продолжаем играть в Brawl Stars! Всем привет, дорогие друзья! И сегодня мы играем с нашим подписчиком Fire 345. Он спрашивает, кого брать, и потому что мы сегодня идем против босса. А кто хочет поиграть с командой Detol, срочно поделись этим видосиком, поставь лайкусик, конечно же, и напиши в комментариях свой ник, и тогда рандомным образом мы выберем счастливчика. Не забудь поделиться, дружище, это очень важное условие. И вступайте, конечно, к нам в клуб, ребята, у нас открытый доступ, правда, вход очень большой. Так, клуба вот этот вот, он один единственный, присоединяйтесь, будем играть вместе, а мы погнали в бой. Смотри, Fire никак не может определиться, кого же ему взять, и все-таки берет Кольта. Отлично, Кольт хорош здесь, на самом деле лучше, чем Джесси, поэтому погнали, погнали в бой. Будем сейчас хорошенечко файтиться, ребят, пожелайте нам удачи, мы должны прям на уровне эксперт зафайтиться и на уровне мастер сегодня хорошенечко победить босса. 350 тысяч у него хелсов, и он злится еще. Да, он будет злиться. Мы уже, в принципе, на этом уровне на эксперте проходили. И надеюсь, что сегодня мы сможем пройти на мастере еще. Обязательно сможем, ребята. Обязательно. Поделитесь видосиком, поставьте лайкусик, поддержите команду Detol. Нам нужна ваша поддержка и помощь, конечно же. А есть, за мной еще друг идет, бежит. Да, я вижу. Так, давай. Здесь хорош, кстати говоря. И Джесси Кольт здесь хорош. Правда, единственное, я немножко страдаю из-за того, что я постоянно подхожу, и на меня он агрится. Да, здесь на самом деле больше дальнечковых нужно брать, которые прям хороший дамаг дают, потому что тебе нужно подходить. Меня убило. Вот эти вот моменты, они, конечно, обламывают. Ну слушай, дальнечковы не так много дамага дают. Ну, как сказать, например, Кольт очень много выдает дамаг. Да, Кольт хорошо дает дамаг. Но у меня Кольт просто не такой силы, поэтому Шелли в приоритете. Так. Он мою башенку развалил. Ах ты зараза, на тебе за это, супером. Вот это я вышел прям сходу, ему 4 атаки дал, 1000 на 10, наверное. В общей сложности. Ты игра, помнишь, мы это обсуждали, вот моя башенка стабильному по 1500 наносит. Он же медленно двигается, и за счет этого появляется преимущество. Ну, кстати говоря, да, медленно реально двигается, надо его держать в диаметре поражения, в радиусе. Я пытаюсь, чтобы он не агрился на вас. Ой, босс злится. Ай-яй-яй, хорошо, он убежал. Да? Пока, дружище. Пока, братан. 38% осталось. Не поминай ты нас лихом. Да. Ой-ой-ой, слушай, он мне что-то неплохо как-то нанес. Я пока что очкую и лечусь. Слушай, как хорошо, что он ракет... Ой, меня вынесли, представляешь, его приспешники. Его друзья вынесли? Да, клан футовцы, будем их называть. Ну, боты. Боты тебя вынесли, короче. Да-да-да, пушку. Он пушку сейчас твою разобьет, нельзя допускать. А видишь, он на меня не агрится и, получается, ходит за вами теперь. Да-да-да, мне надо появиться. Три секунды. Танка вам не хватает. Ой, куда ты, друг, вообще просто? Да, он ливнуть решил из катки, походил. Ай-яй-яй-яй-яй, ну почему я попадаю все время под его пробежки? Я не знаю, почему так происходит. Мне надо чуть-чуть отхилиться, а то меня сейчас друзья зафайтят. Слушай, меня издалека прям накидывают нормально. Ай-ай-ай-ай-ай, за что, я ухожу. А, нет, меня убило опять. Я в этой катке убивает. Ракетами меня попал, представляешь? Я пока что продолжаю рассказывать. Кольта убил, уходи. Я один остался? Убегай. 10 у меня возвращения, у Кольта больше намного. Окей, то есть мне на 10 секунд нужно куда-то. Да, лучше за стеночки, потому что видишь, у него хороший дальничок. Ой, воробушек! Товарищ по команде пал. В смысле, кто пал? Это про кольта написано, Кольт. А, 8% да, у нас это... осталось. Кольт вернулся. Неплохо, так сразу 4% ему снес своим супером. Все, 2% осталось, ребята. Давай, подходим, бам-бам-бам-бам! Давайте дожимаем его! Отлично, ребята, это победа очередная. Отлично, но уровень эксперт у нас опять пройден, нам нужно уровень мастер. Ребята, очень хочется уровень мастер пройти. Это, конечно, мощно, 0 опять мы получили, потому что уже прошли. Испытание мастер, идем, да. Конечно же, файтим на максимуме. Слушай, ты не хочешь все-таки Джесси взять? Джесси взять? Или возьми Пенни, а я Джесси возьму. Ну, давай, у меня Пенни 5 силы, правда, всего лишь. Но погнали. Ну, мне кажется, это будет просто поэффективнее. Подожди, история. Да, все, погнали. Она как минимум у тебя тыщенку бьет. Я не думаю, что ты выдавал больше урона. Ну, слушай, я по 3000 выдавал вблизи. Ну, тебе нужно вблизи было подойти. Отлично, Fire, играешь просто мега-супер, готово, жмака и погнали. Просто суперски. Просто у тебя еще есть бут здесь, который...
Ну, по крайней мере, у меня полторашку давало, у тебя, скорее всего, будет чуть-чуть поменьше. Попробуй в таким составом поиграть. Тысячу, да, тысячу дает. Ну, стабильно по косарю. Да, и только теперь агриться она будет. Ну, он будет метаться между нами. Но зато, да, будет пушка у нас еще будет, которая одна помогает. Две пушки у нас будут. Две пушки у нас будет, которые и будут и мобов фигачить. И фигачить. Ну да, если грамотно использовать, то можно хорошенечко... Да. А, ракета, под меня так, ракета. А что ты так подбежал-то к нему? Да я привык, что я на Шелле играю и... На ближничке? Да, есть такое дело. Давай, кольтец, убегай, дружище. Кольтец прям убегает, на него нападают наши мобики, гномики. Интересно, он очень дальнострельный. Ух ты, слушай, это дальнострельный, оказывается, босс. Прям... Ох, пролетела пулями в меня. А где вы как вообще? Как-то, да, кольтец убежал, потому что на него нападали. А я видел, как он убегает. А я тут пушку свою поставил даже. Где она, где она? А, все четко, да, вот четко. Я сейчас тоже поставлю, если немножко попаду по нему. Давай, надо попадать, конечно. Так, есть, пушка есть. И все, вот теперь нам нужно водить как-нибудь грамотно. По кругу, водить по кругу. Смотри. Ай-яй-яй, за мной пошел. И одна, и вторая пушка прям дают результат, чувствуется это. Да, главное, что... О, по 1400 попадают пушки. Ну, я ж тебе про что и говорю. Все, водим, Кольт водит, молодец. Давай, Кольт, дружище, живи, мне кажется, сейчас его зафайтят. Босс злится, наконец-то он злится и... Все, товарищ, кажется... по команде пал. Кольта мы потеряли. Фаер, дружище. Еще одну пушку поставил. Я тоже, кстати говоря, поставил, не знаю зачем, но тем не менее он... Я случайно. Сагрился. Блин, ракета! Фух, я еле вижу. Он сагрился опять на мою пушку, жалко, она долго не представила. 62%, ребята. У меня, кстати, дамаг намного выше, когда я пробиваю сквозь препятствия. Персонажи, да, у тебя утраивается, тройной дамаг получается, потому что три шарика уезжает. Опять у нас проблемы со связью небольшие, ребята. Так что надо через его друзей дамаг наносить, и тогда получается эффективней. А, ракета. Ой, на меня прям почти забежал. Ай-яй-яй, ребятки, что происходит? Пушку ставлю. Пушку ставлю. Пушка нам нужна. Ты до этого момента заикался. Такой, я не удивлен, потому что игра напряженная и даже связь не справляется. Ох. Да, ребята, очень мощная игра. 50%. Блин, меня расхватили, ребята, меня расхватили, так что давайте. Дельфинчик бежит, дельфинчик, уходи. Уходи, дельфинчик. Отстань. Дельфина. Еле выжил. А, ей боксер. Я один. Давай, у меня через 4 секунды появлюсь, ты главное под ракету под какой-нибудь не попади. Опа, как я появился. Ух ты, как появился, а я чуть под ракету не попал, когда появился, а он меня догоняет. Я пушку поставил, так что он должен был. Он сагрился. Я пока файчу ботов, потому что боты здесь тоже очень мощные. Уходи. Ох, как ты спасся, как ты ушел. Просто последний момент, мне кажется. Феерически, ребята. Пушку ставлю. Хорош. Она как раз на себя примет часть урона. Ай-яй-яй. Как он догоняет? Ну он же сейчас скоровод. Скоровод-скороход. Я хилюсь, ребята. Извиняйте. Блин, ракета. Фух, я выжил. Ну тут самое главное, это вовремя и грамотно уходить от всего столкновения, да, держаться подальше. Важно. Слушай, ни одно. Рыбакит бежит. Ай-яй, сейчас. Уходи, мы вместе. Он сейчас дабл шлепнет. А Кольт пал? Не знаю, я так и не помню. У тебя есть павший? Не, во, он здесь. Кольтец, ты куда уходил, друг? Мне кажется, его просто зажал кто-то из его мобов. 29%. В прошлый раз мы на 25 пали, ребята. Ай-яй, дельфинчик. 27%. Дельфинчик, ребята. Все, мне беда. Все, меня дельфины сожрали. Слушай, они за тобой бегут. Но ты двоих ложишь. Держитесь, пацаны, держитесь. Давайте. О, у Кольта проблемы. Димон, мне у Кольта проблемы. Проблемы, да? 25%. Жесткие проблемы. Да ладно, 25% опять. И опять, ребята, мы проиграли. Вот это поворот, вот это да, неожиданно, очень неожиданно, я думал здесь у нас больше шансов, но
Не смогли. Не смогли, к сожалению. Так что, я надеюсь, справимся в следующем видео. Вам огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Конечно же, подписывайтесь и делитесь этим видео со своими друзьями в соцсетях. С вами была команда Detol. До новых встреч, новых видео. Пока. Пока.